решил купаться. Особливо прыгнул вниз, но в полете передумал вельку мокрую наять, прекрати падение воды и лети обратно вверх. Изменить свое решение может каждый человек. Летите обратно вверх. Если летом пекло в доме и на улице жаля, шапку зимнюю достаньте и пальто свое надев, залезайте в холодильник только, боже упасти, не сидите слишком долго на холодной колбасе. Если в детскую больницу вас приводят на рентген, посмотрите, попросите, чтобы доктор вас не выдавал. И когда начнут на снимках ваши косточки считать, пусть молчит, для того, что вишни целиком глотали вы. Не каждому ребенку приятно кушать суп. Бывает суп не сладкий, это не секрет. Но можно суп тихонько варенье подложить, налить немного меду и наклешить конфетти, добавьте сахар, и можно выливать. Никто вас не заставит такую гадость есть. Когда тебе ударит током, слезмаху сдачи не давай. Все? Иди в сталенку, спрячь обиду и сделай вид, что все для сил бить. Спишь, не надо вместе готовить. У папы клещи попляси, а ночью подколядешь сбоку и перекусишь плевода. Если хочешь до Гольшечка добежать без опоздания, не теряй на стальте, я могу пить чай и беги. Столятельные мальчики над книжками сидят. Честное дело, каждое доводит до конца. Поэтому я начал ты из книг слянин сливать, пусть дома не останется на полках целых книг. Правда. Мимо двери, приходя в щелку, вкладывают палец. Не случится ничего, дверь щекотки не боится. Ну а если палец ось навсегда остался в щелке, можно плюнуть на него, если еще в запасе 9. Если ножка сломалась, маму с папой зови. Пусть родители с пола поднимут тебя и сажают на целый и поломанный стул, чтоб мог ты качаться, стул ножки ломать. Ну, пускай сохнет. Если вы идете бездомного в дом к себе, чтобы о нем заботиться, посмотрите, нет ли на ошейнике поводка вцепившийся хозяин. Отнесись. Сяду немного к маме. Если ты себе с размаху молоком по пальцу бац, не вини того, кто гвоздин на ногу изобрел, потому что, несомненно, виноват ты не гвозди изобретатель, а создатель молотка.
попросить маму, чтобы она достала с самой верхней полки ваш любимый мячик. Но не объясняйте, как туда попал он, куда пропало то, что там стояло. Коленки нежные свои не стоит доверять тому, кто ласковый люковый ковально держит йод. Если наглость навляться, можно выплесить у мамы перед днем 8 мая за деньги на подарок ей. Обманите всех из детства, притворяйтесь умным, честным, добродушным человеком, переживите так всю жизнь. А вот сейчас очень хороший будет. Добрые люди такие бывают. Если всех твоих знакомых от тебя уже тащили, постарайтесь поскорее завести себе других. Что тут еще есть? А где видите лампочки в подъездах? Надо найти вот для этого, чтобы прочитать. Ну, еще можно вот прочитать вот для этого. Если вам на шею ключ на елочке надели, чтобы сами вы могли попадать в свою квартиру, в люки жуликами его оплёса так не отдавайте. Пусть они сначала вам клёвью сельца поклянутся, приподнести, унести из квартиры пианино, на котором вас взгляд заставляют ежедневно. Если с грязными ногтями 2 недели походить, то под каждым грязным ногтем заведется жуткий яд. Когда во время лека поцарапаешь хлега, молча он в своих мучениях слячных, он глазок твоих умрет. Вот так. Будь вежлив с мамами друзей. Далевайся, входя, сердитых слов не говори, по пустякам не спой, ногами топать, кричать нам, мам, чужих, ведь есть у каждого из нас для этого своя. Не надо стекла доставать из маминых очков, бить по папиным часам железным молотком, поить молоком аквариум, либо пока родители еще из дома не ушли. Это для нас вот. Если бабушка устала и присела отдохнуть, для мых не на дню звонко полей клещик от костры, задневавшую столюшку надо вовремя взводить. Слезу бабушке приснится много свежих новых сил. Это для нас. Если ты боишься ночью оставаться в темноте, захвати с собой спички перед тем, как спать идти. Подожги матрас, подушку, одеяло, простыню, и тебе не будет слышно, станет полностью светло. Если буквы еще не умеешь читать, плевай-ка буквой и зуби алфавит. Надо многое знать и мало уметь, чтобы мелом писать на заборах слова. Потерявшийся ребенок должен понимать, что его отведут домой, как только назовет он адрес свой. Надо действовать умнее, говорить и живо возлипаемо с обезьяной на далеких сливов. Потерявшийся ребенок, если он не влечет, не упустит вельный слюд, чем в лезных слянах побывать. Никогда вопросов глупых сам себе не задавай, а не то еще глупее ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы появились в голове, то давай их сразу взрослым, пусть у них трещат мозги. Если вы по коридорам в
мчитесь на велосипеде, а навстречу вам незваный вышел папа погулять. Не сволячивайте вкус, но в кухне твердый холодильник. Тормозите лучше папу, папа мягкий, он плестит. Начиная ляку с папой, затевая с мамой бой, вставляйте сдаться маме, папа пленных не берет. Кстати, выясни у мамы, не забыла ли она пленных бить, и мне по попе запрещает клясный крест. Если в кухне толяканы мальшалюют по столу, выслеивают мыши на полу учебный бой, значит, вам полевое время прекратить борьбу за мир и все силы ваши влесить за борьбу за чистоту. Если вам не купили вам пелёжное и в кино с собой не взяли вечером, нужно на родителей обидеться, и у тебя шапки в ночь холодную. Но не придется так глядеть по улицам, и в дымучий темный лес отвлечься. На вас ляз вол голодный встретит. Конечно, мысли вас он скушает. Вот тогда узнают папа с мамой, закричат, заплачут и забегают. Вам часто покупать пелёжное, и в кино с собой возьмут вас вечером. Никогда не мойте люки, шею, уши и лицо. Это глупое занятие, не приводит ни к чему. Но если испачкаю лицо, люки, шею, уши и лицо, то зачем же тлетит чили время поплесточие? Стича тоже бесполезно, никакого смысла нет. К старости сама собой облысеет голова. Когда тебя ледная мать ведет к зубным врачам, не жди пощады от нее, на плясных слез не лей. Молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтобы не сумели их лежать толпа зубных врачей. Если ты остался дома, без родителей один, предложить тебе могу я интересную игру под названием «Смелый поварь» или «Хляблый кулинар». Суть игры в приготовлении всевозможных вкусных блюд. Предлагаю для начала вот такой простой рецепт. Нужно в папины ботинки вылить мамины духи, а потом ботинки смазать кремом для бритья и, полив их хлебным жилем черной тушью пополам, блюдет суп, который мама приготовила с утра, и варит заклятой колечкой лёв на 70 минут, то получится узнаешь, когда взрослые придут. О, вот, бейте лампочки под ритлых. Если вы еще не твердо в жизни выбрали дорогу и не знаете, что бы чудовой свой путь начать, бейте лампочки в подъездах, люди скажут вам спасибо. Вы поможете на лёду и электричество беречь. Чтобы выгнать из квартиры лязных мух и комалёв, надеть дёрнуть занавеску и клютить над головой. Полетят со стен картины, с подоконника цветы, кувалькается телевизор, лист врежется в палькит, и от грёхота спасает лица цикли, а испуганные мухи стаи кинутся на юг. Решил подляться, выбелять того, кто послабей, а сильный может сдачи дать. Зачем тебе она? Чем младше тут, кого ты бьешь, чем сердце веселей, гляди-ка, плачет он, кричит и мамочку зовет. Но если в люк за малыша вступится кто-нибудь, беги, кричи, Игленка, плачь и мамочку зови.
Если есть надежный способ папу навсегда свести с ума, расскажите папе честно, что вы делали в Чили. Если он при этом сможет удержаться на ногах, объяснить, чем заняться, объясните, чем заняться, завтра думаете вы. И когда с безумным видом папа песни запоет, вызывайте неотложку, телефон ее 03. Вот это вот папа. Если вы гуляли в шапке, а потом она пляпала, не волнуйтесь, мама дома, он начнет что-нибудь вставлять на столе, честь валять, красиво, чтобы, глядя восхищенно, затаив дыхание, мама долго слушала в линию. Ну уж если вы навляли припотеянную шапку, то, бою ее нелёвным, отоблял у вас шпион, столеть, чтобы мама не ходила возмущаться в иноследную лезвитку, тайм ее не так поймут. Если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман соседу, очевидно, деньги там. Чтоб самозагалянье в доме не произошло, выходи из помещения, уноси с собой утюг, пылесос, электроплитку, телевизор, литошил, люч с лампочками вместе вынеси в соседний двор. А еще надежнее будет перерезать плевода, чтобы во всем твоем районе сразу вылюбился свет. Может быть, тут уж может быть уверен ты почти наверняка, что от самозагалянья дом надежно убежден. От знакомых выходи, не забудь поплещаться. Если ты их плестет, может подреть плечами. И, ну, подумаешь, диван кетчупом у них облился. Хотя кетчуп не с дивана, на свою тарелку лили. Ну, немножечко по ковлю листа плали баклажаны. Неужели же ковёл им далёжий человек? А военные на стене вы кальтин не рисовали. Им на память... Вы свое написали только имя. Вот салат со столом вы действительно столкнули. Но ведь это же не со зла, а нечаянно локтями. Телевизор и ломать вы, конечно, не хотели. Но у них-то и так был не собственно хороший. По зеркалу мечом не попали вы ни лязу. Длинная трещина, оно было с самого начала. И следов на потолке вы нигде не оставляли. Это был ботинок свой подблёсили вверх немножко. И компьютерную мышь вы котёнку не доили. Плюс-то дали поигрять недолго. Возвлятый. Из балкона телефон на плехольнике дали. Он на улицу упал, потому что был тяжелый. И ногами в топор никто наступать не собирался. А что нужно было вам слез лиснуть в душе? Тоже думал, что она так неплёшно прицепилась. От булки 5, вот она бы и не упала на пожарник где-то. Когда-то те в люк в окошко прибежали, чтобы вешалку тушить возле двери в коридоре. Там на вешалке пальто вы ничего не поджигали, просто так для красоты свечки вставили в карманы. В туалете молотком в бачок не разбивали. Это был не молоток, а бутылка с чем-то синей. Очень скользкая она, потому-то и оказалась. Вот поэтому у них унитыз или сказывался. И вещам таким памятным знакомым вы сами никогда больше в гости не ходите. А вот последний, я считаю. Никогда ничего опеклеснее детства человеку не дано. Свет его сквозь души мчится, плясая тающей души, значит... В каждом веслом сельце есть заветный уголок, там калачиком свернулся, попил старенький емель.